Криминальный мир Казахстана понес самые серьезные потери за все последние годы. В ходе масштабной операции полицейский спецназ задержал сразу 50 уголовных авторитетов. Группы захвата начали работать одновременно сразу в нескольких городах республики. Это кадры самой последней операции. В одном из алматинских ресторанов задержали лидера преступной группировки, известной под названием Айшулак Жантугиль. В увеселительном заведении проходила криминальная сходка, где подозреваемые планировали новые преступления – ограбление, убийство и вымогательство. При обыске у задержанных изъяли пистолет Макарова и боевую гранату. Чуть позже оперативники обнаружили целый арсенал – почти 20 стволов, ружья, автоматы и пистолеты. Под арестом оказались и граждане других государств. Обвинение предъявлено четверо гражданам Грузии, так называемым «ворам в законе». В ходе расследования этих уголовных дел, значит, мы также установили и наших криминальных авторитетов, которые поддерживали с ними связь, обеспечили им благодушный прием и пытались их поддержки получить согласие на статус «воров в законе». Вы все понимаете, что при получении такого статуса они пользуются многими такими благами.